ожидания самые положительные, конечно, я всегда мечтал играть поближе к дому. И сейчас, я думаю, с поддержкой, которую будут нам давать и болельщики, и родные, которые теперь смогут ходить на наши игры, я буду стараться показать максимальный, улучшить свой результат. У меня была операция на плечо, поэтому я-то вдвойне сильнее соскучился по хоккею, чем другие. У кого-то была возможность покататься, у меня нет. А так, отпуск хорошо, спасибо, что спросил. Удалось немного отдохнуть, перезагрузиться и с новыми мыслями и силами подойти к сезону. Команда обновилась, много ушло, много новых молодых сильных ребят. Вот. Ну, увидел, конечно, есть человек. Ну, 10, с кем играли, так что приятно у всех увидеть. И очень рад вернуться в родной клуб. ЦСКА для меня очень много значит, и есть что доказывать здесь. Ну, эмоции такие, легкое волнение, естественно, присутствует, но и руководство медицинской службы нашего клуба, и руководство ЦСКА оказало там доверенность и уверенность в том, что я смогу, и все будет хорошо. И я думаю, что нас ждет только большие и хорошие результаты.